В рамках показательной тренировки спасатели отработали деблокирование условно пострадавшего из автомобиля, его транспортировку в носилках в мобильный медицинский госпиталь. Кинологический расчет выполнил поиск условно пострадавшего. Также на тренировке была представлена работа по поиску и эвакуации пострадавшего при помощи вертолета. Спасатели десантировались к травмированному, оказали первую помощь и, уложив носилки, транспортировали при помощи лебедки на борт. После демонстрационных учений состоялся праздничный концерт и торжественное награждение сотрудников отряда ведомственными медалями и нагрудными знаками. Благодарность за самоотверженную работу спасателям выразили мэр города, представители администрации Краснодарского края, а также коллеги из полиции, пограничной службы, Кавказского заповедника и министр МЧС Республики Абхазия.